АвтоВАЗ в начале октября перестал принимать заказы на внедорожник «Лада 4х4» в версии «Бронто», которая была самой экстремальной и дорогой версией модели. «Лада 4х4 Бронто», созданием которой занималось дочернее предприятие волжского автозавода «ВИС-Авто», появилась в 2017 году. Машина получила перенастроенную подвеску с увеличенным клиренсом, расширенные колесные арки, внедорожные покрышки, усиленный задний мост, а также модернизированные пружины и амортизаторы с увеличенным ходом. Плюс ко всему внедорожник укомплектовали самоблокирующимися дифференциалами винтового типа спереди и сзади, а также усиленными тормозными механизмами и АБС. Двигатель остался прежним. Лада 4х4 оснащена 1,7-литровым бензиновым мотором, развивающим 83 силы и 129 ньютон-метра крутящего момента. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передачи полным приводом. Цены на Лада 4х4 Бронто варьировались от 742 900 до 806 900 рублей. Автомобиль стал единственной версией модели, которая не получила обновления в начале 2020 года.